Ребятушки, хотела сделать короткое видео с гор, но не за 15 секунд ничего нельзя сделать. Посмотрите, какая панорама все равно, как сегодня видно горы просто, да? Вот. Смотрите. Когда делаешь нормальное видео, можно увеличить. Кстати. Прямо вот, как сказать, доступность тебе прямо получается, видите? Вот это мы уже знали, сейчас туда-сюда прошел дяденька, который билетики проверяет, а у меня билеты только до Навары, сразу вам говорю. По-моему, придется мне сейчас покупать билетики. Смотрите, здесь все старенькое, в нашем стиле, погодите, да? Такая красотища. Мне надо сейчас идти ловить, на самом деле, где там эти каналы, которые я так все хочу снять, которые я приняла за трикаты. Ну ладно, вы поняли, да? Красота неописуемая. Сегодня нас ждет этот Ивасти тоже.